Приднестровские гимнастки начали спортивный сезон. Первый в учебном году и третий в истории турнир «Днестровские ласточки» прошел в Бендерах. Участие в соревнованиях приняли 4 команды из 3 городов Приднестровья. Это 63 гимнастки в 11 возрастных категориях. Блистательный полет днестровских ласточек – это торжество красоты, грации и гибкости. На ковер вышли 63 гимнастки из 4 команд – Бендеры, Тирасполь, Суклея. В этом году турнир не получил статус международного, но от этого не стал менее зрелищным и ярким. Не случайно соревнования проводятся именно в Бендерах. Сильный тренерский состав школы и талантливые дети – гордость всей республики. У нас очень развита преемственность. То есть в нашем, вот в этом зале выросла такая наша первая ласточка, будем говорить, Анастасия Тануркова, мастер спорта международного класса. И вот дальше у нас следующая гимнастка, которая работала и работает на мировом уровне, это Даниэла Магурян. Мы постарались организовать и провести этот турнир с тем, чтобы дети получили такую стартовую предпосылку для развития на весь следующий учебный год, поскольку им предстоят другие очень интересные и очень сложные соревнования. Месяцы тренировок, хлопоты с подготовкой костюмов и много переживаний не только детей, но и родителей. И вот первые победители. Какие планы у тебя на будущее? К чему стремишься? Чего бы хотела достичь в гимнастике? Победе. Олимпийской чемпионкой, наверное, стать? Да. Тяжело было завоевать первое место? Да. Как долго тренировалась? Я тренировалась... Я уже не первый год тренируюсь с гимнастикой. Я уже занимаюсь гимнастикой 7,5 лет. Что самое запоминающее для тебя было? Групповой номер. Как долго репетировали? С августа. 11 возрастных категорий, от самых маленьких 7-летних ласточек до вполне сформировавшихся статных девушек. Все медали и подарки нашли призеров.